Итальянские полицейские арестовали мужчину, который перевозил мигрантов в рефрижераторе. Задержать злоумышленника удалось после преследования на границе с Францией. Небольшой фургон 39-летнего итальянца был заполнен до отказа. В машине находились 17 мигрантов африканского происхождения. Один из нелегалов признался, что чуть не умер от удушья. Теперь контрабандисту грозит обвинение в содействии незаконной миграции и бесчеловечном обращении с людьми. В целом же в этом году в поисках лучшей жизни в Италию прибыли 145 тысяч мигрантов. Многие из них не хотят задерживаться в стране и пытаются уехать в другие государства Евросоюза.